Что случилось с мистером Вальдемаром? Гипноз в состоянии агонии. Подвержен ли человек в агонии гипнозу? К минусовой температуре, но не к морозу. При этом задерживается наступление смерти. Я нуждаюсь в опытах, и мне смеются черти. Мистер Вальдемар. Эрнест Вальдемар умирает от чахотки. Он согласен быть подопытным кроликом без водки. Мы в торопях начали исследования. Опыты на нем, сохраняя в тайне. Ведь публика дурдом. Мистер Вальдемар. Мой интерес к вопросам месмеризма так велик. Есть упущение в опыте, можем мы прийти в тупик. Задача изучить Вальдемара в состоянии агонии. Он согласился нам с собой помочь. Без иронии. Раза три я усыплял мистера Эрнеста Вальдемара. Он подходящий объект для опыта. Он без вульгара, необычайно худой и нервный, говоря шепотом. Он подходящий объект для гипнотических опытов. Мистер Вальдемар. И вот началось. Три раза я его усыплял и не смог подчинить его волю. Он лишь дремал. Чахотка не скрывала срок предначертанной кончины. Экземпляр плетеной смерти тела паутины.